Уровень пройден. Так, ремкомплектик. Сейчас подлечимся. О, 100% подлечились. Хорошо. Едем дальше, смотрим. О, вот он. Яички. Яички нам привез. Чувак. Да-ду-да-ду-да. Да-ду-да-плей. Ду-да-плей. Всем привет, дорогие друзья. Вы на канале Ду-да-плей. Продолжаем играть в игру Hills of Steel. Так, давайте пойдем в зимнюю войну. И подзаработаем немножечко денежек. Так, усилитель. Что у нас с усилителем? Уровень 6,2. Ага, ладно. А, так, повысить уровень 360. Но нужно еще куча чего. Куча чего, что нам ничего нету такого. Почему нам не дают, ребята, сундучки? Давали бы за прохождение какие-нибудь бонусы. Так, смотри, стрелялка. О-о-о! Чувак, иди нафиг. Отдыхай. Отдыхай, отдыхай. Ой, у нас 1180 монет. Мы собираем на новую карту. У нас, скорее всего, на песок. Угу. На песочек. Поэтому нам нужно очень много денег. Так, карта новая стоит 3000. У нас только 1200 почти что сейчас. Ладно, будем копить. Так, сейчас проедем немножко сюда. Так, здесь никого нету. А, нет, стоит чувак, смотри, ждет меня. На. Так, следующий. На. Хорошо. О, еще куча их там. Ну, давайте, давайте. Езжайте сюда. На, готов. Так, давай уже, подъезжай. Готов. Все, вроде бы никого не будет больше здесь. Едем дальше. Так, а здесь надо немножечко нам... не спешить. О! Уничтожили танк. Представляешь, просто так стрельнул. Ага. Враг наш, босс едет. Давай, посмотрим. Может быть, попадем. Нет, нифига. Да какой ты быстрый, а, гаденыш. Так, тут у тебя что там, пасхальные яйца были? Ага. Все. Уровень пройден. Так, ремкомплектик. Сейчас подлечимся. О, 100% подлечились. Хорошо. Едем дальше, смотрим. О, вот он, яички. Яички нам привез. Чувак. Так, вот этого. Ой-ой-ой, не надо, не надо, не надо, не надо. Тихо-тихо-тихо. Так, а как же мне в тебя попасть? Попали. О, еще один. Да сколько у вас там? Не слишком ли много у вас едет, а? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, яички. Яички, я знаю. Пасхальные яички ты привез. Подарочек мне. Так, мне такие подарки не нужны. Отдыхай. Так, ты тоже отдыхай. Кто там еще у нас? Какой танк? Сейчас проверим. Сейчас проверим и уничтожим все вражеские танки. Так, монетки. Значит, да-да-да, я так и знал. Если лежат монетки, значит, много танков будет. Много-много будет танков. О, прям двое пасхальных яичек. Вроде бы все. Так, монеты мои. Ребята, они вам не нужны. Так, вот стоят, смотри. Раз. Два. Три. Четыре. Все? Кончились? А нет, еще один стоит, гаденыш. А чё же он стоит, не стреляет, а? Подъезжай ближе. Сейчас я тебя щелкну. Есть. Так, уничтожили. А, тут еще один стоит, смотри, а. Ну ладно. Я тебя сейчас буду стрелять. О, это ты зря, конечно, сделал. Так, давай, ладно, сделаем так. Есть, подбили. Теперь этого надо будет щелкать. Есть. Через холм я его прям щелкнул. Представляешь? Через этот холмик. А игра так и называется. Тихие холмы. Hills of Steel. Тихие холмы. Так, вроде бы здесь никого не будет. Знаешь почему? Потому что они все выбежали ко мне. А, нет, смотри. Летит, летит, летит. О! Вот этого я очень люблю. Зайчика. Хорошо. Так, дайте мне сегодня 300 заработать, а? 300, 300. Так, не знаю.
Мне кажется, там кто-то будет ехать. Нет, никого. Почему? Почему никого нет? А, вот, летит. Есть. Вместе с его бомбами я его взорвал, представляешь? Ждем еще танки. О, мимо. Ё-моё, мимо. Два раза мимо. Два раза. А, вот еще. Так, мимо. Мимо. Есть попадание. Так, вроде там уже никого не будет. Поеду-ка я заберу свои монетки. Так, зайчик сидел. Так, а здесь, что у нас здесь? Тоже никого нету. А, нет. Есть, сидит. Подъезжает к нам. Так, это слишком высоко. Пониже сделаем. О-о-о! Ё-моё! На, получай. Смотрим, да. А, вот еще едет. Один. Так, а там еще несколько их чуваков. Так, хорошо. Так, высоко сильно, пониже. Может быть. О! Ты слышал? Какой-то отдача какая-то идет. Давай посмотрим, что там происходит вообще. А, нет. Ё-моё, пасхалочка. Привет, чувак. Отдыхай давай. Так, едет босс. Босс, зайчик, армада. Так, ладно, отъедем немножечко назад. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А ну-ка. Ага, слишком далеко я стреляю. Ладно, тихо. Раз. Два. О, с двух ударов он уничтожился. Хорошо. Хорошо. Так, 20 монеток мне, ребята, нужно. 20 монеток, чтобы было 1300 хотя бы. Желательно полторашечку, ну ладно. Хотя бы столько заработать. Так, где у нас... О, монеток сколько много, спасибо, это мне. Так, и... Нифига, сколько вас много здесь. О, вот это я подъехал. Вот это я подъехал прям, ребята, удачно. Так, враги. Давай, давай, стреляй, есть. И в тебя сейчас. Раз, и еще один раз, давай. Ой, хорошо. Да, ё-моё, еще один едет, смотри. Все, кончились? Или еще кто-то? А, вот еще один. Ё-моё, да их тут несколько. Еще один едет. Раз. Все, 1300 есть. Хорошо, потихонечку мы будем денежки копить. Монетки. Ой, тихо, тихо, тихо. Что же здесь делать? А, мы сейчас вот так сделаем, сейчас смотри. Раз, два, три. Все. Все отдыхают. О, едет зайчик. На. Еще один, ё-моё. Тихо. Готов. Так, все, вроде бы никого не будет больше. Так, а ты, чувак, чё лежишь? На, отдыхай. Меня немножко подрезал, а? Ух ты, я подъехал, подняться не могу, прикинь. Давай, давай, резко вниз и резко вперед. О, вот и танк. Раз, с одного выстрела в башню прям. Надо, ребята, в башню стрелять. Так, яйки. Интересно, вы сами от этих яиц тоже взрываетесь, да? Хорошо. Ну, а почему нет-то? Так, куча танков. На. Раз, два, три, четыре. Так, еще там танков куча. Раз, два. О, нет, подожди. Смотри, вот эти танки очень похожи на мои. Очень красные вот эти. На. Ух ты, ё-моё. Да, они тоже долго перезаряжают. Но щелкают очень даже хорошо. Все, готово. Так, давайте ремкомплект сразу используем. Подлечимся немножко. Так, и отправляемся дальше. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо. Только подлечились, и ты давай стрелять, а? Вообще, это нормально? Нормальное явление или нет? О-хо-хо-хо-хо-хо, ребята. Да вас тут куча. Прямо меня вот так вот монетками соблазняете. Я на монетки бегу. Да, смотри как, а. Что делается? На, отдыхай. Так, еще там один, я знаю, едет. Вот едет, чувак. Их тут даже двое. Раз. И назад. Назад отъезжайте.
На! Давай сюда, едь ко мне. На! Есть, готов. А, я думал, это один был. А ты, чувак, что тут сидишь? Нет, 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 пожалуйста. Да ё-моё, едь куда-нибудь вперед или назад. Встал на месте, стоит. Эх. Ну что ж, тоже, в принципе, неплохо. 156 монет, нормально. Да, дорогие друзья, ну, я хотел бы передать приветы, значит, Олегу Туманному, Фоди Жиму, Тому, Море Жени, Геймер Робину, Лест Геймеру, Кристаллу, Александре, Максиму Павленко. Я вам передаю привет, ребята. А если ты хочешь, чтобы я тебе передал привет, то ставь лайк под этим видео, пиши комментарий «Привет», и я тебе в следующем ролике передам привет. Ну, а сегодня мы заканчиваем серию. Всем большое спасибо за просмотр, всем пока-пока.